Ульяновская область приняла участие во всероссийской одноименной акции «Маленькие радости для врачей». Волонтеры поблагодарили сотрудников медицинских учреждений за труд и передали им сладкие угощения. Организатором мероприятия выступило Ульяновское региональное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» совместно с Ульяновским региональным штабом Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Во время пандемии сейчас нашим врачам нужна поддержка, и помимо того, что мы оказываем волонтерское сопровождение медицинских организаций, небольшие подарки все равно скрасят их день, и дай бог, все будет хорошо у нас, в общем-то. Добровольцы выразили слова благодарности, вручили 6 коробок со сладостями и средства индивидуальной защиты работникам городской поликлиники номер 3. Здесь медперсонал работает с пациентами в период обострения сезонных заболеваний и COVID-19, а также вакцинирует всех желающих. В настоящее время в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в регионе значительно увеличилась нагрузка на врачей. Акция «Маленькие радости для врачей» направлена на поддержку медиков, работающих на передовой борьбы с коронавирусом. Я думаю, что это нужно врачей хотя бы поблагодарить. Ну, все-таки тяжело им сейчас в данный момент работать. Такие же наборы передали и в другие медучреждения региона. С каждым днем к движению волонтеры-медики в Ульяновске присоединяется все больше добровольцев. В настоящий момент возобновилась адресная помощь пожилым людям. Ребята доставляют лекарства и другие необходимые вещи. Вступить в ряды добровольцев может каждый желающий. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.